Защищать родину – священный долг каждого, так считает старшее поколение дагестанцев. В связи с проведением спецоперации на территории Донбасса дагестанцы все чаще заключают контракт на военную службу. По контракту кому-то же надо служить. Ну, это же неплохо. Если по контракту пойдут, им деньги оплачивают, им потом жилье дают, им все необходимое обеспечивают их. Это же хорошо. Мы же родину защищаем. Но это как бы... У кого есть физические, психологические, такие интеллектуальные моменты, они сами должны принимать такое решение, да. Здесь не на первом месте, наверное, выгода стоит. Если бы я мог, я тоже поехал. Но уже возраст не позволяет. Считаю, что это как бы это наша обязанность.